в Ленинградском дворце спорта «Юбилейный» на традиционной товарищеской встрече гимнастов СССР-Япония. Среди участников состязаний много молодых спортсменов. На брусьях Нелли Ким. 15-летняя школьница из Чимкента стала лидером соревнований среди женщин. Японские гимнасты, готовясь к новому олимпийскому сезону, показали интересные произвольные программы, особенно в вольных упражнениях. В личном зачете победил Виктор Клименко, чемпион Мюнхенской олимпиады. Общий счет матча мужских команд сложился в пользу японской сборной. В командном зачете женского турнира победили советские спортсменки.